приехал иностранный дизайнер в церкви интерьер менять. Ходит внутри по церкви с попом и рассказывает ему план действий. Говорит, вот здесь мы поставим хуевое освещение, вот здесь мы поставим витраж из хуевого стекла, и оно будет распылять такой мягкий хуевый свет. Тут видит в глазах попа такое недоумение, перелистывает свой словарик и говорит, oh, I'm sorry, не хуевый, матовый.